Сначала я сделаю шаг назад, значит, как-то, как мне показалось, вы с этими с компонентами связанности не очень вам понравилось. Давайте все-таки сделаем это аккуратно. У нас была такая лемма 2. Сейчас я ее обозначение посмотрю, что если у нас есть какой-то набор связанных множеств, которые связанных подмножеств, которые попарно пересекаются, то их объединение связано. Вот это было. Теперь, значит, утверждение, которое, как я помню, вызвало некий вопрос, вот какое. Что если у нас есть две компоненты связанности, то они либо не пересекаются, либо совпадают. Значит, я напомню, что компонента связанности – это объединение всех связанных множеств, компонента связанности точки – это объединение всех связанных множеств, которые эту точку содержат. Значит, вот пусть у меня есть какая-то точка P, и ее компонента связанности. Сначала давайте посмотрим вот на что. Посмотрим на какую-то точку Q и предположим, что она в этой компоненте связанности лежит. Что это значит? Это значит, что у нас существует такое связанное множество A. Значит, компонента связанности – это объединение всех связанных, содержащих B. Если Q там лежит, то значит, среди связанных есть множество A, но оно содержит P, и оно содержит Q. Тогда, если я возьму, молодые люди, если я возьму любое связанное множество B, содержащее Q, то есть любое множество, объединение таких множеств дает мне компоненту связанности Q, правильно? Значит, если я рассмотрю любое такое связанное множество B, то оно с А пересекается. Q лежит и там, и там. И значит, по этой лемме вот это множество связано. Но это множество содержит точку P. И значит, оно лежит, все связанные множества, содержащие P, это подмножество компоненты. Значит, А лежит в компоненте связанности точки P. B, простите, пожалуйста. А объединенное с B. Но B – это было произвольное связанное множество, содержащее Q. И оно является подмножеством КП. Отсюда сразу следует, что КQ, значит, компонента связанности Q, является подмножеством. Мы взяли любое связанное множество, и оно оказалось... Ну, точно так же показывается, что если я возьму связанное множество C, содержащее P, точно так же показывается, что C лежит в КК, и значит, у меня есть обратное включение, и значит, они совпадают. Ну, а теперь, если у меня две компоненты связанности пересеклись, значит, у меня есть точка R, которая лежит в их пересечении. Ну и тогда вот это рассуждение показывает, что обе они совпадают с компонентой связанности R. Вот такое может быть немножко занудное рассуждение, но как-то я более короткого не придумал. Теперь, что мы с вами делали? Мы определили полное метрическое пространство как пространство, в котором любая фундаментальная последовательность сходится. Значит, x
полное метрическое пространство. Ну, оно, во-первых, метрическое. Оно называется полным, если всякая фундаментальная последовательность сходится. Опять-таки, в прошлый раз был некое недоумение. Сходится означает, что ее предел тоже лежит в x. Поэтому если я говорю, что y – это полное там, под множество x, и оно является полным пространством, то значит, любая фундаментальная в нем сходится к точке, лежащей в нем. Хорошо. Теперь... Следующая теорема, это важная теорема о полных метрических пространствах, она называется теоремой о вложенных шарах, хотя, вообще говоря, речь идет не совсем о шарах, а о замкнутых подмножествах. Значит, вот если у меня x – полное метрическое пространство, и у меня есть последовательность вложенных друг в друга не пустых замкнутых подмножеств, обладающих тому же вот каким дополнительным свойством, что диаметр xn стремится к нулю при n стремящемся к бесконечности. Тогда пересечение этих xn не пусто, и это одна точка. Значит, я напомню, что диаметр множества в метрическом пространстве – это просто супремум расстояния между парами точек множества. Значит, это очень полезная такая теорема, она достаточно просто доказывается. Выберем, значит, все эти множества по предположению не пусты. Выберем в каждом из них по точке. Значит, возьмем по точке xi, лежащей. Тогда вот эта последовательность... Фундаментальная. Почему? Ну, я напомню определение фундаментальной последовательности. Значит, последовательность, ну, давайте xi фундаментальная. Если по любому эпсилон существует такое n, что для любых mn больших либо равных m расстояние между этими двумя точками меньше эпси. Ну и теперь понятно, что если я рассмотрю две точки с большими индексами, то они лежат в множестве с большим индексом. В одном и том же, потому что множество друг друга вложены. И понятно, что тогда... Вот это неравенство, это условие будет выполняться. Значит, по предположению, опять-таки, x у меня полное метрическое пространство, значит, эта фундаментальная последовательность сходится. Существует такая точка x0, что x-ы стремятся к x0 при i, стремящемся к бесконечности. Теперь я могу вот что заметить, поскольку
Вот если я возьму два множества xn и xi с i большим либо равным n, то опять-таки по условию это xi является подмножеством xn. Значит, если я взял вот это самое подмножество xn, множество xn, то все xi с номерами большими либо равными n там лежат. Теперь дальше. У меня последовательность xi сходится к точке x0. В этом множестве xn лежат все x с достаточно большими номерами. Значит, точка x0 – это точка прикосновения множества xn. Но опять-таки у нас, когда мы разбирались со всеми точками, точками прикосновения, если множество замкнуто, то оно содержит все свои точки прикосновения. Это у нас было. Значит, x0 лежит в xn. Но n здесь произвольное. Значит, вот это включение выполнено для любого n. Ну, а тогда, значит, точка x0 лежит в пересечении этих множеств xn. Она принадлежит каждому из них. Значит, мы доказали, что пересечение не пусто. Это первая часть. Но оно не может содержать больше одной точки, потому что диаметры стремятся к нулю. Если бы это пересечение содержало две точки на положительном расстоянии, то при достаточно большом n они не могли бы лежать в xn, потому что диаметры стремятся к нулю. Еще одна теорема, характеризующая полноту метрических пространств. Значит, метрическое пространство X компактно тогда и только тогда, когда оно одновременно полно и вполне ограничено. Так, доказательства. Ну, сначала импликация вот в эту сторону. Если оно компактно, то оно полно и вполне ограничено. Давайте сначала докажем вполне ограниченность. Я напомню, что свойство пространства быть вполне ограниченным означает, что для любого положительного эпсилон у нас есть конечная эпсилон-сеть. Ну так возьмем какой-то эпсилон и рассмотрим набор всевозможных шаров радиуса эпсилон с центрами в точках моего пространства. Этот набор – это открытое покрытие пространства. Шары открыты, и каждая точка x одному из шаров принадлежит. Значит, мы получили открытое покрытие компактного пространства. Из него можно выбрать конечное. Значит, существует конечная
под покрытие B эпсилон X1 B эпсилон XM. Ну, тогда вот эти точки и составляют конечную эпсилон-сеть. Ведь что такое эпсилон-сеть? Это набор точек такой, что любая точка пространства от одной из этих точек лежит на расстоянии меньше эпсилона. Они покрывают, значит, любая точка пространства в одном из них лежит. Так, теперь почему x полное? Мы знаем, мы показывали, что в случае метрического пространства компактность равносильна секвенциальной компактности. Значит, у меня x компактно, но оно метрическое, значит, оно секвенциально компактно. Я должен доказать, опять-таки, что значит полнота, что из любая фундаментальная последовательность сходится. Значит, если я рассмотрю фундаментальную последовательность, то из секвенциальной компактности будет следовать, что у нее есть сходящаяся подпоследовательность. Значит, если я беру фундаментальную последовательность, у нее есть вот отсюда сходящаяся подпоследовательность. Но опять-таки мы с вами это уже обсуждали, что если фундаментальная последовательность имеет сходящуюся, то она сама сходит. Ну, понятно, что если есть сходящиеся подпоследовательности, расстояние между точками становится все меньше, меньше и меньше, то сама последовательность сходится. И это легкое упражнение. Так. В обратную сторону. Я должен доказать, что если у меня есть полное, вполне ограниченное пространство, то оно компактно. Опять-таки я пользуюсь вот этим совершенно фундаментальным фактом для метрических пространств, что для метрических компактность равносильно секвенциальной компактности. Вопрос какой-нибудь? И я докажу, что полное и вполне ограниченное метрическое пространство секвенциально компактно. Значит, вполне ограниченное. Мы уже вспоминали, для любого эпсилон есть конечная эпсилон-сеть. Значит, я возьму... Да, что я должен доказать? Что у любой последовательности есть сходящаяся подпоследовательность. Значит, я беру эпсилон равное единице. Из-за того, что оно вполне ограничено, у меня есть... Конечно, один сеть. Это значит, что у меня есть конечное покрытие шарами радиуса единицы. Ну, иксами я их зря назвал, давайте. Значит, у моей последовательности xn, вот секвенциальная компактность, еще раз, я должен показать, что у нее есть сходящаяся подпоследовательность. Вот я взял последовательность xn, и у меня есть конечное число шаров, которые покрывают пространство. Значит, один, хотя бы один из этих шаров содержит бесконечно много элементов моей последовательности. Значит, у меня есть подпоследовательность
я ее вот так обозначу, X1, целиком лежащая в шаре радиуса 1. Ну, дальше я беру эпсилон 1, 2. У меня есть конечная сеть, ну, там, не знаю, Z1. И у этой последовательности, значит, есть подпоследовательность, лежащая так, вот единственное, что, значит, лучше эти шары брать тогда под множествами вот этих. Значит, покрывать. Сейчас, секундочку. А, нет. Не нужно, не нужно, не нужно. Ерунда, хватит. Да? Аннотационно лежит в радиусе шара, в шаре радиуса в два раза больше, если мы будем... Да-да-да. Значит, из этой последовательности я выберу вот такую последовательность, лежащую в одном из этих шаров. Ну и так далее. Значит, у меня получится последовательность вот такие... Они лежат в шаре радиуса 1 катая. Ну, а теперь нужно взять просто диагональную подпоследовательность. Значит, она очевидным образом фундаментальная. И в силу полноты она сходится. Так как у меня пространство полное, то фундаментальная последовательность сходится. Вот мы из произвольной последовательности выбрали сходящуюся. Значит, мы доказали секвенциальную компактность и тем самым мы доказали компактность. Вот теперь мы переходим к такому очень важному понятию, категории по Беру. Значит, пусть у меня есть топологическое пространство. Вот категории определяются для произвольного топологического. Здесь не нужна метрика. Значит, множество H называется нигде не плотным, если его замыкание не имеет внутренних точек. Это nowhere dense set. Нигде не плотное, если замыкание не содержит внутренних точек. Так вот, множество первой категории по Беру, давайте я буду лучше римскими, я все равно собьюсь. Это счетное объединение нигде не плотных множеств.
Вот принятый, ну, американский термин «мега». Meager set is a countable union of nowhere dense subsets. Множество второй категории по Беру – это счетное пересечение открытых плотных множеств. Значит, счетное пересечение набора открытых и плотных множеств. Это residual. Residual set is a countable intersection of open dense subsets. Вот с понятием множеств второй категории по Беру связано очень важный подход в математике. Где-то в 60-е и 70-е годы 20 века два крупнейших математика Владимир Игоревич Арнольд вот я не помню, возникало ли у нас это имя в моих лекциях по уравнениям. По динамическим системам оно точно много раз возникало, а здесь я не помню. И Рене Том. Они высказали такую общую концепцию, что при изучении, скажем, моделей природы и тогда при изучении математических моделей важно изучать модели, которые типичны. Ну, точнее говоря, которые обладают типичными свойствами. Типичное свойство – это generic property. Иногда переводят как typical, но стандартный американский термин – это generic property. Так вот, свойство называется типичным, если им обладают все элементы некоторого множества второй категории по Беру. Это такая топологическая, ну вот, теории меры у вас не было, но, значит, в анализе большими множествами считаются множество, дополнительные к множеству меры нуль. Я не буду объяснять. А с топологической точки зрения, вот большое множество – это множество второй категории по Беру. Ну и самый простой пример, который... Что? Множество ведь может сразу в обеих категориях? Множество ведь может сразу в обеих категориях? Нет, конечно. Хороший вопрос. Вот сейчас я про числа и скажу. Значит, вот множество рациональных чисел, множество Q, это множество первой категории. Понятно, точка на прямой – это нигде не плотное множество, ее замыкание не содержит внутренних точек. Ну, а множество рациональных чисел – это счетное объединение. В то же время множество иррациональных чисел второй категории. Ну, тоже по понятной причине. Если я возьму
перенумерую рациональные точки, возьму n-ную точку, возьму в качестве множества an прямую, из которой эта точка выкинута, то это множество открыто. Понятно. Или нужно напоминать, что в Хаусдорфовом пространстве точка замкнута. Оно открыто, а множество иррациональных – это пересечение. Потому что в пересечении мы выкидываем все рациональные точки. И вот теперь… Разве не второй категории, если мы возьмем просто все рациональные числа в качестве одного множества? Пересечение одного множества. Ну, я открытая. А если это все рассматривать просто в Q? Чего? Что? Нет, если у нас все топологическое пространство – это Q. Ну. Тогда само Q будет… А, но в первой категории там будет раз? Ну, в смысле, у нас по-прежнему счетное количество точек. Так, хорошо, давайте я точно сформулирую ответ. Да, это, вы правы, конечно, это зависит от пространства. Не надо счетное пространство, состоящее из одной точки. Так. И вот теперь очень важная теорема, действительно. Одна из самых важных теорем этой части курса, я ей даже номера давать не буду, это теорема Бера, которая говорит, что если X – полное метрическое пространство, то множество второй категории плотно. И вот надо сказать, что эта теорема – один из таких очень часто употребляемых математических утверждений при доказательстве теорем существования. Вот иногда, когда утверждается, что существует объект с какими-то свойствами, просто невозможно предъявить конкретный объект, но можно предъявить счетный набор открытых и плотных множеств такой, что их пересечение будет вот объект с нужными вам свойствами. И тогда из плотности следует, что это пересечение не пусто, по крайней мере, значит, у вас есть... доказательства. Значит, рассмотрим счетный набор открытых и плотных множеств. И обозначим через G-пересечение. Я должен доказать, что... это множество плотно в моем пространстве X. Значит, рассмотрим сначала их дополнение. X. Я утверждаю, что каждое из этих множеств нигде не плотно. Почему? Ну, во-первых, оно замкнуто. Это дополнение открытого множества. Значит, оно замкнуто. Ну, а значит, оно совпадает со своим замыканием. Это была одна из характеристик замкнутых множеств. Множество замкнуто. Тогда. Значит, я должен... показать, что это множество не содержит внутренних точек. Но предположим, это не так. Предположим, что
для какого-то из них внутренность не пуста. Это значит, что оно содержит, существует открытое множество У, такое, что У лежит в HI. Но поскольку каждое множество GI плотно, оно с любым открытым пересекается. Ну и мы получили противоречие. С одной стороны, HI – это дополнение GI, а с другой стороны, HI содержит множество, которое пересекается с GI. Такого не бывает. Значит, для того, чтобы доказать, что множество G плотно, это и есть наше утверждение, я рассмотрю любое открытое множество. Я рассмотрю произвольное открытое множество А и покажу, что пересечение G с А не пусто. Это и была одна из характеристик плотности. Значит, поскольку множество H1 нигде не плотно, вот эта разность не пуста. Открытое множество не может целиком лежать в H1. Значит, эта разность не пуста, значит, существует точка X1, принадлежащая этой разности. Но это открытое множество. Я взял открытое множество и выкинул из него замкнутое. Так, что-то вам не нравится. H и T – это дополнение. Так, сейчас, что? Мне казалось, что где-то нигде я пока не наврал. Значит, ну давайте вот сейчас я сделаю перерыв. Ну что тут? Давайте еще раз напомним. Все-таки вот... В отличие от очень многих теорем этого курса, в нем есть несколько содержательных нетривиальных теорем, и вот это одна из них. Значит, что мы взяли? Мы взяли набор открытых плотных подмножеств, счетный набор моего пространства, и взяли их дополнение. Их дополнение – это нигде не плотные множества. Теперь что я хочу доказать? Я хочу доказать, что любое открытое множество пересекается вот с этим моим множеством G, с пересечением множеств G. Ну, как всегда, я начинаю что-то такое строить, какую-то конструкцию. Значит, у меня A открытое множество, H1 дополнение G1 замкнутое, значит, разность открытая. В этой разности есть точка X1. Значит, A, из которого выкинуто H1, открытое множество, не пустое. Мы берем точку. Ну, а раз это точка открытого множества, мы в метрическом пространстве, она лежит вместе с некоторым шариком. Существует такое R, что вот этот шарик с центром в точке X1 лежит. Теперь, если я рассмотрю множество B1, это
замкнутый шар радиуса R пополам. Ну вот мне Сергей Валерьевич сказал, что вот эти вещи вы много обсуждали, что замкнутый шар, то есть шар, который задается неравенством расстояния от y до x меньше либо равно r пополам, это замкнутое множество. Что вы этом на практике много обсуждали, поэтому это можно не повторять. Значит, это замкнутое множество лежит в А минус H1. Но оно является подмножеством открытого шара большего радиуса, а он лежал. Значит, теперь, если я рассмотрю, вот здесь тоже мне надо аккуратно, значит, вот этот шар открытый, минус H2, то опять-таки это открытое множество. H2 множество нигде не плотное, замкнутое и без внутренности. Значит, оно не пусто. Значит, в нем я найду точку x2. Вокруг этой точки x2 я построю опять-таки шар положительного радиуса, который там лежит. И это все. Значит, я построю множество B2. Это замыкание. Вот, надо, наверное, было чуть поаккуратнее говорить. Значит, вот давайте мы здесь поставим везде единичку. Значит, я найду шар радиуса R2 пополам с центром в точке x2, который лежит в множестве B1. И так далее. R2 это R1 пополам, да? R2 это R1 пополам? Нет, просто нет. Это какое-то положительное число, маленькое. Я не знаю, понимаете, вот я брал шар радиуса R1, выкидывал из него замкнутое множество, и единственное, что я знаю, что я получил открытое, не пустое множество, и поэтому там есть шар какого-то маленького радиуса. Это шар, который содержится вот в этом множестве. Ну, только в смысле сейчас, еще раз. Значит, R2 – это радиус, который... Вот я взял множество А. Я взял шар, ну, давайте. Вот точка x1. Шар радиуса R1, который целиком лежит в А минус H1. И через B1 я обозначил замыкание шара меньшего радиуса. Теперь вот в этом шаре меньшего радиуса, после того, как я выкинул из него H2, это все равно осталось открытое множество, найдется какой-то шарик с центром к точке x2, который лежит в моем B1 и так далее. Значит, понятно, что я таким образом строю последовательность вложенных замкнутых множеств.
Причем я могу считать вот эти радиусы, я могу уменьшать. B1 это, это замыкание вот этого, да, предыдущего B2 шара. Это замыкание вот этого. B2 это замыкание вот этого шара. И так далее. Значит, у нас получится последовательность вложенных шаров. Ну, здесь действительно это будут замкнутые шары. Это последовательность имеет непустое пересечение по вот там теореме 25. Теперь какие были свойства этих самых шаров. Мы сначала из А выкинули H1, потом уже из меньшего шара мы выкинули H2 и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому понятно, что это пересечение не будет пересекаться ни с одним из множеств HI. Вот пересечение этих шаров BN ну, а значит, это пересечение, точка, которая лежит в этом пересечении, будет точкой множества G. G – это было пересечение G-итых, и мы выкинули все дополнения. Ну, вроде я все сказал, хотя не могу сказать, что уж совершенно удовлетворен. Ну, еще раз, почему B2 пополам и B2 лежит в B1? Мы просто выбираем. Нет, ну я... Вот смотрите. Вот мы взяли точку X1, которая лежит в A минус H1. Вокруг нее мы взяли шар радиуса R1. Потом мы взяли шар половинного радиуса, открытый пока. Да. Его замыкание – это B1. Да. Из этого шара половинного радиуса, все, здесь уже точек H1 нет. H1 мы выкинули. Из этого открытого шара мы выкидываем H2. Из этого? Вот из меньшего, вот. Мы выкидываем H2. Остается открытое множество. Вокруг этой точки X2, вот, вот из этого шара мы выкинули H2. Там осталась точечка вместе со своим шариком меньшего радиуса. Вот она X2, а замыкание, ну вот, шара половинного радиуса – это B2. И так далее. У нас каждый раз остается открытый шарик, из которого мы выкидываем очередное H, и получаем последовательность замкнутых множеств, вложенных друг в друга и с диаметрами, стремящимися к нулю. Так, во, вот теперь объясню. Так, прекрасно, на этом у нас заканчивается глава, которая называлась «Топологические свойства». Хотя я еще раз, значит, скажу, я это говорил уже, что это не совсем точно, поскольку свойство полноты не является топологическим, мы об этом еще скажем. Большинство свойств, которые мы изучали здесь, топологические, но я даже этого еще не определял. Такая вот логическая структура, что мы
изучили некоторое количество свойств, назвав главу топологической. А что такое топологическое? Но это вот, к сожалению, для этого понадобится то, что я сейчас стану изучать. И это у меня будет третья глава отображения. Ну, сначала общее общие слова. Значит, что такое отображение? Это тройка x, y и f, где x, y – это какие-то множества. А F – это, ну, неформально говоря, правило, которое элементу X из пространства X сопоставляет из множества, извините, сопоставляет некий элемент множества Y. Значит, более формально можно определять отображение так. Вы рассматриваете произведение x на y, то есть множество пар x, y, где x из x. И вы ограничиваетесь только теми парами, у которых, ну вот если x совпадает, то y тоже совпадает. Во-первых, и во-вторых, x пробегает все x большое. Значит, вот вы берете. И рассматриваете вот такие пары. Каждому x сопоставлен один y. Значит, оба слова map и mapping равноупотребимы. Два основных понятия, ну, видимо, хорошо вам известные из теории множеств, это образ и прообраз. Значит, если А под множество X, то образ F от А – это множество точек. Ну и если B под множество Y, то его прообраз F минус 1 от B – это множество X из X таких, что ну и здесь стандартные термины image и pre-image. Значит, я надеюсь, что из теории множеств вы помните главные свойства образов и прообразов.
Значит, объединение образов. Это образ объединения. Для пересечения, как легко понять, соответствующего равенства нет. А для прообразов ну и с пересечением тоже. Ну вот теперь основное. Во втором как-то. Ну, что? Во втором как-то. Ну как-то. Это верно? Ну, это верно, конечно. Не очень. Ну, хорошо. Вот теперь основное свойство. Основное свойство отображений, которое нас будет интересовать, это непрерывность. Ну, это, видимо, здесь очень хорошо видна сущность фразы, что топология – это удобный язык. Значит, давайте рассмотрим два топологических пространства. XY, и я явным образом отмечаю фиксированные на них топологии, то есть фиксированные наборы открытых множеств. И первое и главное определение – отображение f из x в y называется непрерывным, если для любого открытого множества в топологии y его прообраз – это открытое множество в топологии X. Значит, множество непрерывно, то есть отображение, прошу прощения, отображение непрерывно, если прообразы открытых множеств открыты. Ну и два сразу таких общих замечаний. Значит, если я... В каком случае непрерывность сохраняется? Непрерывность сохраняется, если я заменяю при замене топологии на x на более сильную топологию. Такую, что ну, это понятно. Значит, если я взял открытое множество здесь, и его прообраз открыт, значит, его прообраз попал вот в эту топологию, то, естественно, он попадает и в более сильную. Значит, в более сильный просто набор открытых множеств больше. Ну и точно так же оно сохраняется при замене омега y на омега штрих y, но уже с обратным включением. Если я на пространстве образов выбираю более слабую топологию, ну то, грубо говоря, мне нужно смотреть на меньшее количество прообразов открытых множеств, если я уменьшил.
И второе. Значит, предположим, что у меня значит, отображение F непрерывно, это равносильно тому, что для любого подмножества ZX ограничение F на Z непрерывно. Но опять-таки это простое следствие того, как мы вводили относительную топологию. Значит, открытое множество в Z – это просто пересечение я открытых множеств в X, Z. Ну и первое. Теорема. Значит, я перешел на новую главу, и как бы своя нумерация теорем. Композиция непрерывных отображений это совершенно очевидная вещь. Значит, пусть у меня есть тройка пространств X, Y, Z. И отображение f из x в y и g значит, если я рассмотрю, что я должен доказать, что если f и g непрерывны, то g, примененное к f, непрерывно. Значит, я сначала применяю f, потом применяю G. Значит, если я рассмотрю, ну, давайте, V открытое в Z, то G минус первый V будет открыто в Y, поскольку G непрерывно. Ну и я надеюсь, что хорошо известная такая формула – это f минус первый, примененная g минус первый. Значит, обратное отображение, если прямое было сначала f, потом g, то обратное сначала g в минус первый. Вот. Значит, это множество открыто в y. Тогда вот это множество открыто в x. И вторая теорема, но она такая более техническая, но она нам потом понадобится. Значит, предположим, что мы рассматриваем отображение из x в y, и образом x является некоторое множество z. Значит, я могу рассмотреть вот такое отображение, которое, ну, понятно.
Так вот, утверждение состоит в том, что F непрерывно тогда и только тогда, когда F с волной непрерывно. Опять-таки доказательства здесь такие, мягко скажем, дыровые. Значит, так, в какую сторону? Давайте так. Значит, я могу рассмотреть вот такое стандартное отображение из z в y, которые точки y сопоставляет просто эту самую точку. Z – это подмножество y. Беру отображение, которое каждую точку оставляет на месте. Очевидным образом оно непрерывно. Потому что если я рассматриваю v открытое в y, то прообраз это будет v, пересеченное z. Ну, понятно. Каждая точка, если точка в z, она осталась, а всех остальных там просто нет. Вот. А это открыто в z. Это открыто по определению относительной топологии. Ну и понятно, что F, все-таки, значит, я в обратную сторону, да? Хорошо, сейчас. Значит, я беру точку X, сопоставляю ей точку из z и точку из y. Да, значит, конечно. Вот. Если f с волной непрерывно, и вот это отображение непрерывно, то f непрерывно по предыдущей теореме. Значит, теперь я должен что такое? Вот я беру F. Так? F от X – это точка из Z. Теперь я на эту точку действую так, что она точку z переводит в ту же самую точку. Так, теперь рассмотрим. Я должен доказать. Так, все-таки что-то я тут немножко.
Немножко я неаккуратно сделал. Сейчас, одну секундочку. Раз, а здесь наоборот надо? Так, сейчас, значит, теперь я... Да, наверное, не так надо было. Наверное, все-таки вот здесь. Да-да-да, нет, правильно было, вот я... Стрелка в другую сторону надо. Стрелка в другую сторону, да. А тут же можно ведь взять просто отображение, которое из Y в Z, и которое множество из Y ставит пересечение Z с этим множеством. Оно же тоже непрерывно. Но оно тоже будет непрерывно, вот, да. Вот, как раз в любую сторону придет. Так. Так, теперь, значит, я хочу доказать, что F с волной непрерывно. Значит, мы берем открытое в Z, но открытое в Z – это значит, что существует открытое в Y такое, что V – это U, пересеченное Z. Тогда f минус первый от U это f так f минус первый от v но f минус первый от z это x. Потому что у меня образ x это z. А это просто f. И это множество. Значит, вот f минус первый от v – это и есть f с волной минус первый, потому что мы брали… Оно вообще неверно. Что неверно? Ну, про образы, что пересечение, ну, что пересечение можно так делать. Ну, типа, что прообраз пересечения – это пересечение прообраза. Сейчас, если точка лежит… Сейчас, там включение будет такое. Так, ну хорошо, давайте… Значит, я посмотрю внимательно, потому что я не хочу тратить время на эту, в общем, не слишком содержательную теорему. Давайте мы ее пока до следующего раза. Теперь главное, значит, что у нас было в анализе. Мы определяли непрерывность в точке,
А потом говорили, что функция непрерывна, если она непрерывна в каждой точке. Значит, вот давайте определим значит, у меня есть опять-таки отображение f из x в y, и я определяю непрерывность в точке. Значит, мы говорим, что f непрерывно в точке x0, если для любой окрестности образа в y есть окрестность в точке x0, в x такая, что f от v лежит. Значит, отображение непрерывно в точке, если по любой окрестности образа я могу найти окрестность x0 такая. Значит, ну, просто непрерывное отображение continuous. А непрерывное в точке at вот здесь существенно это употребление. Значит, легко понять, что если я определяю непрерывность точки, мне достаточно брать U и V не произвольными открытыми множествами, а множествами из базы топологии. Значит, если я беру окрестность образа, то у меня есть открытое множество из базы, содержащее f от x0 и лежащее в u. И если я могу найти элемент базы, содержащий x0 в x, такое, что это выполнено, то это и будет нужное открытое множество, и его образ будет лежать в открытом множестве. И вот теперь, как бы самое главное, это соотношение со стандартным, привычным нам дельта эпсилон определением непрерывности, которое, конечно, годится только для метрических пространств, потому что оно использует расстояние. Значит, если у меня x и y – два метрические пространства с метриками, то как выглядит аналог стандартного определения, ну, назовем это метрической непрерывностью, в точке? Значит, f непрерывно в точке x0, если по любому эпсилон существует такое дельта, что образ шара радиуса дельта с центром в x в метрике dx лежит в шаре
0. Это и есть стандартное определение непрерывности, переписанное, значит, как мы пишем в случае, там, скажем, функции одной переменной, по-любому эпсилон больше нуля существует, дельта выше нуля, f, точка x0, такое, что если, то fx минус меньше эпсилон. Вот понятно, что это то же самое, просто переписанное на языке двух метрических пространств. Ну и легко понять, что это определение вот эквивалентно в случае метрических пространств, эквивалентно этому определению, потому что мы берем просто множество из соответствующих баз топологии, а мы должны помнить, что в метрическом пространстве база топологии – это просто всевозможные шары положительных радиусов с центрами соответствующих точек. Так, и теперь ну, наверное, я успею. Значит, я еще раз напоминаю, вот здесь логика, которую нужно. Значит, мы в классическом случае в анализе определяли сначала непрерывность точки, а потом говорили, что функция называется непрерывной, если она непрерывна в каждой точке. Здесь мы все-таки дали два как бы разных определения. Значит, это определение непрерывности было прообразы открытых множества открытые. И определение непрерывности в точке, вот оно здесь. Ну вот простенькая теорема, значит, она у нас. Теорема 3 говорит, что отображение F непрерывно тогда и только тогда, когда оно непрерывно в каждой точке. Значит, если f непрерывно, я беру точку x0, беру ее образ, беру окрестность u, и рассматриваю у окрестности. И рассматриваю просто прообраз этой окрестности. Значит, прообраз этой окрестности, конечно, будет содержать точку x0, потому что u содержала f от x0. И прообраз этой окрестности открыт, поскольку f непрерывно и прообраз любого открытого множества открыт. Вот мы и получили окрестность точки x0, образ которой содержится у. Ну и наоборот. Значит, рассмотрим открытое множество v в y.
Значит, если я рассмотрю любой x, из прообраза по определению непрерывности в точке, значит, я знаю, что f непрерывно в каждой точке. Значит, у любого x из прообраза есть окрестность у x такая, что f от у x лежит в v. Ну, а тогда понятно, что весь прообраз – это объединение по всем иксам из f минус 1 от v вот этих множеств x. И это объединение открытых множеств, значит, оно открыто. Так, ну вот тогда на этом все на сегодня.